Вот. Я в этом ебаном автопинере, блядь, выпилил на полную вертушки, блядь. Радиатор аж холодный, блядь. Видюха работает на полную, радиатор холодный. Ты угандошишь так за полгода эти кулера. Ну, поменяем. Да. Починим. Ладно, 80 на 70%. И хватит. Там вообще стояло авто. А я не так сделал. Я поставил на... Да. Тут вторая вкладка кулер в настройках. И чуть-чуть задираешь этот график выше. И он будет типа как стандартный работать, но, например, на 10, на 20 оборотов больше. Понимаешь, по температуре будет двигаться, просто оборотов больше. Заебись, я прям падаю на турель, нахуй. Все. Встал ногами на турель, заебись, блин. Говно ебаное, блин. Блять, ну вот. А, шляпа, чем разбить, чем разбить, чем головой на. Чем. Этому шокер надо брать, блядь, а не как ты, блядь, прыгать. Не получилось бы. С голой жопой, блядь, прыгать. Ага. Ну так чё, идем фасит. Сейчас доигрываем, фасит. Го-го-го. Там эдик, там вся хуйня. Ну, на блядь, даст, попробуем, даст, давай, даст, блядь. Если. Если мне. А ну даст, видишь, не нравится никому, потому что уже доказано, что на дасте там эти файлики подменяешь, у тебя стены прозрачные на дусте. Если уж на фасите эту херню не замечают, античит, то. Обычный-то античит и подавно ее не заметит, блядь. В КС-ке. Поэтому как бы на дусте. Ты лучше привыкал в другие карты. Я же вон потихонечку учусь, видишь, под. Подыскиваю, где Андер, где Пит, где Шмидт, где Гид. Это классик. О, я пойду на этот, на, пошли. Здесь все равно все закроет, пошли на кран. На кран. Я вот здесь забираю парашют и сделаю. Все. Кто на кран не пошел? Я не искал тут все. Тут жопу свою, блядь, потерял. Ты по берегу прошелся? Нет. Вот ну тогда смотри береги, а тут посмотрю, что еще есть там. Идем на кран. Чувак, красавец. Six enemies remaining. Видел? Ладно. Чего? Шесть врагов? Ты про это? Взорвал двоих, чувак. Ну так это не он ли? Видишь, что 6 врагов? Ну вот сейчас он к тебе пойдет, смотри. Тоже плохо. А где он? Он и наверное, он. Давай вместе туда. Пошли на кран, по берегу. Я заложника несу на кран, все, идем. Сейчас как раз до крана дойдем, я заложника скину и этот. Он к этим идет. Привет, а что заебись? Привет и поздравления. Но мне кажется, это вот сейчас в бункере он там раздает. Сейчас еще одного чувака в бункере зажмет и все. Минус отряд будет. То есть он одного убил. Сейчас еще. Видишь, туда-сюда ходит. Вот по-любому по бункеру внизу бегает. Уже близко. Опа. А они в зону отошли. Ну так и чё их пиздят там, зажимает вон этот. 6, а это получается 6 врагов. Вот один от зоны умер, я. Ну он уже в зону выбежал. Но у него еще есть шанс высадиться. Заказал ему.
Молодец. А вот и муха, ты. Бронька, есть у тебя муна? Да. У меня 110 патронов на корпусе. Кто читер? Расти, думаешь, все-таки? А чё они не прыгают, интересно? Или они там же и прыгают? Наверное. Патроны нужны? Мне не надо. Бронька там? Ой, там этот турель? Патроны. Да. Я разбил ее. Можешь брать. Они конечно, там мутят, блядь, взять. Бегают, чего? Взять еще одну муху и встречать. Если там читер, там особо-то никого встречать. Просто может там и не читер, может мы попали на волну детей каких-нибудь. Давай на всякий случай. Висок. Вон они на дроп идут. Летим и идут туда. Сейчас там будет жарко. Прикинь, если там три тима и все читер. Перед тобой, чекай. Не убил. Мог, но не убил. Да вон он там упал, в тигулях. Сзади дроп падает, будешь брать? Да. Да? Да. Иди бери. Да-да-да. Только успей. Чекай, да-да-да. За мной двое идут. Не, один квадрат. Нету никого, иди давай. Хули ты стоишь там, блядь? Деньги взял. Сейчас закроет нахуй, все. Не все. Как все. Они бегают? Все что ли? Как один читер? Вон он прыгает вот здесь. Там к тебе идут три квадрата сразу, говорят. Ну, вот может так оказаться, что это все читеры. Минус отряд, блядь, все нахуй. Сейчас там они отошли, там бомба. Насчет бомбы не знаю, но, блядь. Сейчас там где-то выйдет, по-любому. Ну почему, не блядь? Вижу. Вон он. Метку. Видно, там туман. Сейчас я. Да, блядь. Вот он прям тут, вот, блядь, за этой хуйтой. Если сейчас за патроны закажу. А вот тут его курит. Еще блядь. Один. Там же где-то, да. Но он с мухой, у него какая-то фармилка, и он с этой. Сейчас его там сзади зажимают уже. В одном квадрате. Он по мне это стреляет, это читер, вот это он. Гюнгер. У тебя падает справа же, ёб твою мать. Вижу. Ну так что вижу, сейчас он заберет ствол и тебе пизда, блядь. Как он уже в зону прыгнул? У меня он на крыше. Он. У меня он, блядь, на этом. Пизда мне все. На чем? На кране у меня здесь наверху группа, блядь, моя. Ай. Наверху, на кране этот, слева там второй его кореш, это вот они, два читера, блядь. Зайди сюда, здесь засухарись и все. Хотя бы если топ-2, то пишет, блядь. Вон он спрыгнул, видишь? Ему оттуда просто так не спрыгнуть, ему только вверх лезть. Да, вот он бегает, все идет обратно. Ему просто так оттуда не слезть. Вот. Блять, ну Эндрю. Шлица ломили. Может, еще на то?
сейчас спалил, все. Сейчас выйдет и ебанет. Давай сейчас возьмем ракету. Там его кореш, тебе под бочку бы зайти. А может сейчас могу. А он сверху сейчас спрыгнет, смотри. Вон он. Топ-3 пока что. Ну 5 патронов, что у них все рядом, Тарас. Плетки все? Да. У тебя 2000 патронов закажи. Бля, сдурно. Сейчас. Слева у тебя где-то он, да? А, был готов. Инква. Блять, 5000, все равно заложник.